сейчас, знаете, что я заказала? Как вы думаете? Яичницу, ой, точнее, омлет и какой-то салат мимозы. С копченой баранины с чем-то. Вот. Короче, питаюсь я всегда по-разному. У меня нет холода. Хотя я оставила для себя ограничения, и на этих ограничениях я тоже справилась. Главное слушать свой организм и не есть какой-то... А вчера еще съела киндер-пинги. Ты моя пупся. Будьте вместе. Видела его крайний пост. Видела его крайний пост? Ребят, я вас умоляю. Я говорю, еще полгода назад я бы сидела вот так вот, без лапши даже на ушах, и я бы думала, что это правда. Поэтому успокойтесь. Я не верю ни в одно слово. Знаете, просто... Парадокс в том, что, да, знаете, тебе плохо, да, действительно, ты приезжаешь к своему любимому человеку, да, к примеру, если ты, ну, да, вовремя там не схватился, там, что-то еще, сейчас понял, то, что люблю, не могу, приезжаешь к своему любимому человеку, и ты действительно, как он мне сказал, я ради тебя прилетел, ты сидишь, я бы как мужчина, да, я посидела бы, пороги обивала бы, не знаю, ночевала бы, взяла, машины сейчас своей нет, взяла бы у друга машину, ночевала бы в машине, пела бы серенады под окнами, умоляла бы, знаете, даже не прощения просила, а вот просто сидела бы и реально признавала свои ошибки, смотрела бы в глаза, но это, знаете, это на интуитивном уровне как-то чувствуется. А когда человек, типа, приехал, приехал, ладно, здание, ситуацию они подстроили, бог с ним. Приехали ко мне, приехал ко мне на подъезд, говорит, я буду стоять сколько угодно. Я говорю, естественно, говорю, не стоит сколько угодно. Заехал, 5 минут со мной побыл, посидел, послушал меня, то, что мои отказы, мои нет. И позвонил Влад Иванов, да, все, я поехал, братан, сейчас 5 минут, я выйду. Спасибо большое. Да, сидели, взяли. А можно еще обычной воды? Хорошо, а ты минеральный подойдет вам? Да, это бы приятно. Сиди, нельзя. Вот, собственно говоря, когда человек, наверное, знаете, он типа приезжает на 5 минут, и вот друг в машине ждет, он такой, сейчас на 5 минут я как бы забегу, там, ей опять чуть не навешу, выше. Поэтому, девочки, люди не меняются, поверьте. Мужчина, вы знаете, как он мне сказал? Я говорю, Сахар, вот это не изменил, говорю. На протяжении, я говорю, извините, я сейчас ваше сообщение тоже буду читать, вам сейчас немножко перейдусь. Я говорю, Сахар, ты не изменил на протяжении, говорю, с какого времени, говорю, с какого вообще припуга я должна, говорю, ну, простить, там, поверить и так далее. Говорю, это было все на проекте. Я считаю, знаете, ну, это абсурд просто, потому что все-таки молодым возрастом столько все положить. Вот. Нельзя. Это нельзя. Эти формы там подождите. Вот. Что я говорил? А, человек мне говорит, что мы просто на проекте были, поэтому я себя так вел. Странно. Так. С домом 2 ничего закрыли. Все, домом 2 больше нет. Кроме себя больше. Вы поняли, да? Согласна. Девочки, знаете, вот я прочитала директ, и я поняла, насколько много девочек, которые вот реально я писала сторис совсем недавно на эту тему. Много девчонок, которые меня понимают, и это очень грустно, потому что, знаете, не нужно, конечно, никого обвинять реально, потому что каждый, я виновата в том, что с мной так обращались, потому что если бы я изначально поставила человека на место, как бы человеку, ко мне так не относится, но бабы же, они да, любят немного руководствовать своим сердцем, не мозгами. Ты просто какой-то он, спасибо большое. Я на губы не увеличиваю больше, ты и так красиво. Я давно губы не делала.
хочу. Когда в гости в Грозный. Меня еще никто не приглашал в Грозный, поэтому не могу сказать, когда приеду в гости к вам. Я вообще бы... Я очень люблю путешествовать. Ну, я не особо много где была, так у меня родители военные, и мне буквально с 16 лет. Было улетать, поэтому я была в Турции, в Египте, в Таиланде, в таких вот странах, в Китае. Мне хотелось знать, в Грузии, была в Армении. Мне очень нравится беседку знать. Это интересно, как мне жила. Смотреть. И когда откроются границы, по-другому, куда не полетим с девочкой. Ну, девочкам, если мне будет молодой человек, я буду только счастлива. Как вам кажется, какой мне молодой человек нужен? Как по вашему мнению? Просто вот Захар, допустим, да, это первый, наверное, человек, ну, парень, который, ну, внешне мне прям так нравился очень сильно, мне вот сразу вот загорелось, мне обычно по-другому. Я мужчин ценю немножко в другие какие-то моменты, не заменяю что-то там. Ну, нет, в нем тоже много положительных там качеств, за которые я влюбилась изначально. Но мне наоборот всегда так, я тебе смотрю на парня, говорю, блядь, я с тобой никогда в жизни не любила, а потом вот так вот все получалось, потому что я с ним устраивала отношения. Знаешь, что самое классное? И почему я думаю, что, знаю, точнее, то, что я отошла от отношений, потому что вот я сижу, да? Ну, именно для отношений я мужика пока никого, ни одного не рассматриваю. Но тоже не появился пока такого мужчины. Но самое кайфовое то, что ты уже сидишь, знаете, ну такая у нас, блядь, ну там, ну, файн, там, я знаю, грузишься. Я несчастные люди. И ты сидишь, ну, блядь, ну, красавчик, блядь. И вы, а чек, это не я. Отказалась сядь. Да, самый прикол в том, что, жить не прикол, самый кайф в том, что сейчас без него, как только я рассталась с Захаром, мне говорили, ты истеричка, долбанная, какой-нибудь тебя терпит, нет, когда я с ним осталась, ни разу после этой ситуации я не плакала ни разу, понимаете, он опять появился в моей жизни, я опять эти два дня просто в депрессии ходила, так же нельзя, правильно, а что рядом сидит, что он... У меня сумки, я хочу очень позавтракать, и уже поехала с этим самолетом. Ну, сумки с ней. Тебе нужен мужчина, мужик с большим карманом. Ребята, вы меня плохо знаете. А теперь, что я сама себя могу. Даже не в этом. Это все хорошо, это один из плюсов, который может мужчина дать женщине. Самое главное, это эмоциональная составляющая, я считаю. Сколько бы у человека денег бы не было, если с ним здоровым, скучно, здоровым, неинтересно, ты никогда не будешь. Да, лезет максимум. А когда ты пользуешься, окей. Ну, в дальнейшей жизни, я думаю, с каким-то человеком не сможешь себя. Иди. Сейчас тебе налью. Сейчас пойдем, я сейчас купил. Окей? Так. Пойдем. Скажи ему страшным голосом, ребята, просто заведение, сижу. Заведение. Кафе. Захар не идет человек, приворался все жить. Тебе нужен свой мужчина, который дает отчет своим действиям, который согласен с вами полностью. Подписываюсь под каждым словом подобным. Блядь, мне вся еда почему-то кажется пресной и соленой. Знаете,
Я мечтаю, чтобы уже в этом году... Нет такого, что я думаю только об отношениях. Не подумай, если просто... Это моя такая тема, которую я переживаю очень. Так как там с работой, с всем остальным, там, с реализацией, с самого себя, у меня все в порядке. Но вот этой душевной теплоты у меня нет, к сожалению. Я поэтому так часто об этом говорю. Я мечтаю. Но в этом году я встретила человека, когда вышла замуж. Я мечтаю, хочу детей. Просто я мечтаю. Эти, блин, люди, которые этого не ждут, не хотят, почему-то как-то... Что происходит у меня? Пока не везет. Именно в Сочи, Марина, Рома, Капа, еще все. Да. Да, мы знаем. Я знаю, что. Нас должны увидеть. Ребята. Зачем ты меня вчера звонила? Не знаю, я вам точно не звонила. Я не плачу. Хватит есть. Я сказала в сторис, что у меня много времени, я могу еще 5 раз поесть. Поэтому... Я так я люблю есть, ребята. Я не знаю, я одна такая вообще. Если бы я была худой, я бы ела 24 на 7 просто. Давайте еще на какую-нибудь тему поговорим. Звук говно будет. У меня предновогоднее настроение имеется. Вчера я думала... Так. Все, сиди. Да, собака вообще просто не идет. Хотя мне стыдно перед тобой есть. Сейчас. Сижу ребенок в кровати. Так, жалко, согласна, блин. Он не хочет, если дом поел. Мама? Так, подам. Сейчас я еще покушаю или еще? Не жарко. Ребят, нужно меня учить, пожалуйста. Главное, как ребенок, конечно. Короче, котики. Всем есть не стыдно, нет? Не стыдно. Мне стыдно, что на меня смотрит, пожалуйста, своими глазами. Короче, я вас люблю. Спасибо, что побеседовали со мной. Ставили мне компанию. Больше за это.